Ми продовжимо програму «Новий день» на телеканалі «Миколаїв». Я рада повітати у нашій програмі дорогих гостей. Доброго ранку. Я сподіваюся, що нашим глядачам буде цікавою розмова на тему отримання вищої освіти за кордоном. Отже, наскільки складно українцеві, миколаївцю навчатися за кордоном у європейських університетах? Наскільки це по силам і наскільки це можливо? Отже, саме для цього ми запросили до нашої студії директора Київського інфоцентру «Європейські перспективи» Миколи Гогаркіна і заступника головного редактора газети «Вечірній Миколаїв» Станіслава Козлова. Отже, доброго вам ранку, приємно вас бачити в нашій студії. І наскільки актуально зараз для українців і для миколаївців, власне, ось така освіта за кордоном? Добрый день, дорогие николаевцы. Мы приехали, чтобы пригласить выпускников школ, студентов системы профессионально-технического образования, принять участие в собеседовании для получения высшего европейского образования. Высшего европейского образования в Болгарии, в городе Благоевград, по специальностям организации управления в гостиничном и ресторанном бизнесе, организации управления в туристическом сервисе и бизнес-администрирования. Тобто ви з конкретною вже пропозицією. Да, конкретне предложение принять участие в собеседовании, зачисление в этот колледж украинских студентов производится на основании собеседования и сдачи тестов. Ну, как правило, наши украинские школьники без проблем сдают эти тесты. То есть обучение там на русском или болгарском языке, форма обучения заочно-дистанционная, срок обучения, в отличие от Украины, 3 года. То есть студенты, которые успешно окончили обучение, получают болгарский диплом о высшем образовании с европейской сертификацией. А зараз ми можемо звернутися до наших глядачів. Можливо, у вас є запитання. Наш номер студії 76-92-42. Ми відкриті для ваших запитань. Телефонуйте просто зараз під час нашої бесіди, щоб отримати свої відповіді ті питання, які вас турбують. Отже, ось так пересічний миколаївський школяр може подати свої документи. Да, подати заявлення, анкету, пройти собеседування і поїхати для зачислення в Болгарію в этот колледж туризму в город Благоевград. А скажіть, а для чого йому це потрібно? У нас скільки навчальних закладів тільки у місті? Ну, я вам скажу, что, во-первых, это европейское образование, мы гарантируем европейское качество образования. Во-вторых, во время всего курса обучения, начиная через полгода, студент имеет возможность стажироваться и в Украине, и за границей, в Македонии, в Болгарии, в Турции, в Греции. А знаєш, скільки вагомим буде диплом випускника цього навчального закладу? То есть этот диплом признается в соответствии с договором, международным договором в Украине. То есть это полноценный высший диплом в Украине, но этот диплом позволяет работать в гостиничном, в туристическом, в ресторанном бизнесе в странах Евросоюза, то есть в Болгарии и других странах Евросоюза. То есть на сегодняшний день это достаточно актуально, потому что наши молодые люди, я считаю, что им будет полезно получить европейский опыт. Они хотят сидеть дома, хотят подивитися и себе показать, и світ подивитися. Во-первых, посмотрят мир, во-вторых, получат какой-то опыт работы в европейских гостиницах, в европейских ресторанах, туристических фирмах. Ну и привнесут этот опыт к нам. И да, дай Бог, может быть, вернутся к нам и откроют свой бизнес здесь уже, как бы, используя свой европейский опыт. На высоком европейском уровне, да, на высоком европейском уровне, да. Ну, вопросы обычно задают, нужен ли сертификат ЗНО. Нет, сертификат ЗНО не нужен для поступления в этот колледж. Берут у всех. Ну, всех по результатам собеседования и сдачи тестов. То есть, доверяют, бывает, конечно, проверяют. Да, бывает, конечно, что тесты не сдают, но обычно уровень подготовки наших учеников достаточно высокий, чтобы эти тесты сдать. Еще вопрос, сколько стоит это обучение. Ну, обучение, повторюсь, это 3 года, а не 4, как в Украине. И стоимость для болгарских студентов 1500 евро в год,
А для украинских студентов наши болгарские партнеры сделали хорошую скидку, то есть 700 евро в год ученик оплачивает. Ну и во время стажировок, то есть это стажировки не бесплатные, они безопасные, так как они работает студент ну, в ресторане или в отеле по договору с этим колледжем Благоевграда, то есть безопасность там гарантируется. И студент зарабатывает средства, чтобы самому, как, самому оплачивать своє обучение. Ось хотіла поставити таке запитання. Не кожні батьки в Миколаєві можуть забезпечити ось таку доволі велику суму на навчання своєї найдорожчої дитини, найрозумніше. Чи можуть учні якось допомагати собі самі? Ну да, то есть они, во-первых, зарабатывают во время стажировок, ну, во-вторых, кстати, 700 евро в год за 3 года, если пересчитать стоимость наших коммерческих вузов на 4 года, то это получается, может быть, даже и дешевле. Ось так. Да. Треба все рахувати. Если можно, я дополню своего коллегу и хорошего товарища Николая Ивановича Гагаркина. Студенты на стажировке... Я был в Благоевграде, то есть как бы знаком с этим колледжем, ну, как журналист. Я там не учился, конечно. Вот. Студенты... Все еще попереду. Ну, не знаю, посмотрим. Обеспечивается проживанием, питанием, и помимо этого они получают зарплату в пределах 20 евро в день. Ну, в зависимости, какая специальность, там, то есть вот 10-20 евро в день студент еще имеет возможность заработать. Но это не стипендия, это заработок во время стажировки. Во время стажировки. И час стажирования. За работу. Да. Да. То есть просто так там денег не дают. Капитализм, извините, вы же понимаете. Ваши вражения, вот, как участника подобной цієї программы? Ну, прежде всего скажу, что мне понравился сам город. То есть это юго-запад Болгарии, на границе с Македонией и Грецией. Очень интересный такой, ну, непривычный для нас и архитектура, и природа, и история. Стоит просто приехать посмотреть, хотя бы ради этого. То есть очень интересно. По населению, ну, где-то вот как наш Первомайск. Что-то 70-75 тысяч, если я не ошибаюсь. Ну, очень красивый, уютный город, расположенный, окруженный со всех сторон горами. Там три горных гряды. Это Родопские горы, Рыльские горы и Пиринские горы. И, кстати говоря, в этом городе работает табачная фабрика, которая выпускала вот знаменитые, кто постарше, кто помнит сигареты «Булгартабак», да, Родопи, Опал, БТ, и, ну, сейчас не буду рекламировать курение, конечно, да. Сейчас мы на туда заехали. Сейчас все эти сигареты можно, вернее, пачки можно увидеть, ну, то, что выпускала фабрика, можно увидеть в музее. Шикарный в Благоевграде музей исторический, то есть там, начиная еще с древних людей, фракийские времена, римские завоеватели, шикарная, ну, я уже говорил, шикарная природа, очень доброжелательные люди. Еще хочу сказать, что город недорогой. Я просто был поражен, все-таки Болгария хоть и не самая богатая, но все-таки страна Евросоюза. Здесь вот город можно за 2 евро проехать на такси. То есть кто знает цены Евросоюза, это, ну, это, я даже не сказать, что дешево, это вообще как бы, ну, недорогое вот проживание, питание. Единственное, конечно, энергоресурсы. То есть, в принципе, вот чем они от, ну, уже не сильно не от нас отличаются, у нас тоже энергоресурсы дорожают, да. Дорожают стремительно. Вот. Очень хороший город, очень хорошая страна. И сам этот колледж. Да, колледж, в котором мы были, тоже произвел благоприятное впечатление. И администрация колледжа, и преподавательский состав, и настроение наших украинских студентов. Мы были с группами со Львова и с Івано-Франковска. Там вот много ребят Западной Украины. А сколько взагалі навчается? Є якась статистика? Ну, на сегодняшний день это порядка 40 студентов. Я имею в виду из Украины, да? Да, то есть, ну, на предыдущих курсах я пока не знаю. Но по поводу сроков вступления в программу, то есть до 25 сентября формируется группа из Украины. То есть еще есть час. Да, еще есть время, вступить в эту программу, пройти собеседование. И в этом году... Пока вы рассказываете, а мы давайте подивимося фотографии. Да, в этом году начать обучение в этом колледже. И либо в апреле месяце выпускники школ, точнее ученики 11 класса, могут в апреле уже стать студентами этого колледжа. Ну, по поводу города. Город красивый, но, к сожалению, не так часто студенты будут его посещать. То есть необходимо будет для вступительных экзаменов туда поехать. И 1-2 раза в год для сдачи сессии. То есть сессию можно сдавать дистанционно. Не обязательно даже там посещать. То есть...
Навчатись, тобто навчання практикується дистанційне, очне чи заочне? Да, это заочно дистанционное. То есть надо будет приезжать сдавать экзамены раз в год, ну или два раза в год, по желанию. То есть там две сессии в год. И писать контрольные, как обычно, тесты. Ну и плюс стажировка, на которой можно... Ну а стажировка, самое главное, самое интересное для наших студентов, конечно, самый наибольший интерес представляет стажировка в Греции, в Македонии, в хороших небольших городах, в отелях, ресторанах. Ну, я так розумію, ось цей рік навчання також відіграє роль, що за менший термін можна отримати якісну освіту. Да, і за три года получаете качественное европейское образование, диплом, который признается и в Украине, и в других странах Евросоюза. То есть у нас студенты-выпускники работают в разных странах, Германии, Швейцарии, Болгарии, Турции, Македонии, Греции, само собой. По-моему, то есть, даже в Корее девочка какая-то. Но в Корее... В Украину повертаются? Щось хороше роблять вже, результати навчання видно? Ну, от в нашій групі в прошлом году участвували студенти з Западної України. Тобто, вони працюють, це вже працює. Люди працюючі, просто вони повищали свою кваліфікацію, тобто, приобретали європейський опит. І вони працюють там в тих ресторанах, в тех отелях, в которых они продолжают работать, в тех отелях, где они работают на сегодняшний день. Дякую. Ну и еще давайте термин, и еще треба зробити, щоб стати студентом. Нужно позвонить по телефону, записаться на собеседование, пройти собеседование, подать анкету, заполнить тест, и человек становится... И конечно, нужен загранпаспорт. Если нет загранпаспорта, тоже вопрос решаемый. Но, конечно, мы все-таки рекомендовали бы хотя бы один раз туда поехать. Все-таки там установочная сессия. То есть необходимо, мы очень рекомендуем все-таки первый раз туда хотя бы поехать. А дальше можно будет экзамены сдавать дистанционно. Ну що ж, дякую за цікаву бесіду і можливість для наших миколаївських глядачів, для наших талановитих, розумних і найкращих студентів отримати якісну вищу освіту за кордоном. Дякуємо вам. Ну і вам гарних студентів також. Спасибо большое. Ми желаємо удачі, успіхів і щастя всім миколаївцям, ну і особливо студентам, абітурієнтам, які обучаються, ну і щоб кожен отримав можливість постажироваться в Европе, в других странах мира, то есть, ну и привнести этот замечательный опыт качественного сервиса сюда, в родной Николаев. Дякую вам.